я только сижу. Рассказывай, что ты будешь делать сейчас? А мы сейчас будем вскрывать эту банку сюрстрёминга. Это консервированная рыба. Замечательный продукт. Я не верю, что это дерьмо такой эффект вызывает. Сейчас я продемонстрирую, что это вполне съедобная пища. Все будет нормально, прилично, я одет. Вот со мной господа. Коллега. Коллега, вы готовы? Нет. А вы? Все вместе? Готовы. Нет. Итак, я хочу, но не хочу на самом деле. Ветер в какую сторону? Ветер в любую сторону. Ветер в твою руку. Вот этим приспособлением мы начинаем вскрывать. Ветер, ты слышишь, да? Подожди, ну к этому можно привыкнуть. Да. Кому-то кот нас срал, да? До меня пока не доходит, наверное. Тебе просто нравится. Дай. Это все. Блядь. Нет, давай дальше начать. Ай, блин. Спокойно, это тебе накажется. Да, да, согласен. Я уже, в принципе, сам как все встрёмил. Как будто на репе у нас просто это, и все, обычный день. Быстрее! Подожди, ты чего ты открываешь эту пластику? А ты откройте нормально, блядь. Да, только до конца. Не надо чем... Блядь! Так воняет, блядь. Ты же виган, тебе надо найти. Хлебушка дать? А? Хлебушка дать? Да, да. Это, в принципе, ваши эмоции от нашего прослушивания нового альбома. Вот эта реакция должна быть услышать на наш новый альбом. Похоже. Я открываю диск. С новым анбоксинг. Сюрстрёминг. Да сука. Это прям нам. Новая песня про викингов. Я на лодке плыву, блять, рыбу. Рыбу мариную. Все. Ух. А, Паша, да ну. Честно говоря, не готов. Так. Ой, блядь, она такая, сука, мерзкая. Еблина. А кто-то кто-то спросил, зачем тебе это надо? Да. Что если мы можем рыбу прислать, он будет богатый. Ну давай! Язычком хоть. Погоди, подожди, да я с тобой чокнусь. И третий должен быть. Так, трус, балбес и бывалый. Герой, ну. Плафон надо взять срочно для Славы. Плафоном будешь ты. Бля, я из-за запаха даже зайти не могу. Только если не дышать вообще. Не дыши. Ну и теперь человек номер два. Ваше здоровье. Некродомейн. Да ладно тебе, ты сгущаешь краски.
Паша, он вторую готовился. А, это он хочет поделиться с Алишером. Он блюет. Павел, поделись ощущениями. Я съел. Так, у нас остался еще один кандидат. Я, короче, не знаю, да. Сережа, ну что ты? Сёрст рёбит. Вот это вот. Я, как назло, самая большая попалась. Очень понравилось. Вот. Мне кажется, он очень полезный. В нём, бля, у него немного витаминов. Алишер, эта рыбина стоит 500 рублей. Ешь ее прям так. Я не могу, ребята, блядь. Подожди. Сидят, блядь. Подожди, так у тебя реально все растрёбит с земли. На самом деле на вкус не так ужасно. Давай. На сеть похоже просто, да? Ты вообще... Обычная рыба. Мне так нравится сейчас. У вас что, туберкулез у всех, что ли? Что вы так кашляете-то? Это погода. Попробуй. Это умник. А, это все дым, наверное, вас травит, да? Погода вроде все. Погода. Ну, холодно еще. Да, это просто, ну, откусить. Я сейчас просто за камеру пью. Подытожьте, сделайте резюме, скажем так. Может, вам... Собственно, мы выпускаем альбом уже в скором времени. Альбом примерно похож на то, что Паша держит. По консистенции. Вот это наша песня. Это лучшая песня, вот это сейчас. Вот. Хит. Ее мы еще сейчас распробуем. Да, как делают и я. Если этого не сделать, никакой магии не будет. Cheers!